С вами Ниагара. Я стою сейчас возле мадам Чусон. Собрала я эти головы, блин. Вот, и вы видите, у меня пистолет. Ну, не было же, вы помните? В тех сериях его не было. Огнестрельное оружие, клинки берсерка тут у меня призрачные. Вот, а теперь, кажется, есть. Когда головы собирала, пару раз-то пристрелила там солдат. Вот, и еще забрела в одно местечко, вот это какое-то что-то типа полицейского участка. Там была небольшая сценка, но я не записывала в этот момент. В общем, там сидит один перец, он закрыл какого-то пацана в тюряшку, вот. И заходит, значит, на наше Арно, и он говорит, что тебе тут надо? В общем-то, дали задание этим, нераскрытое убийство раскрывать. Вроде он сказал, я тебе дам какое-то оружие. Вот. Из арсенала, если ты раскроешь. Ну, как доп задание, я его не взяла пока. Ну, будем знать, что оно там есть. Головы. Я сделаю маски и спасусь. Ох, во что превратился мир? Ну вот, такой вот диалог. Ну, немножко подзаработали. Несложно было их забрать, правда, там я все равно спалилась, пришлось пострелять. Но ничего страшного. Так. Что, далеко мне, да? Да, далековато. Ну, пацаны, тихо-тихо, спокойно, спокойно. Эй, ты! Я тоже играть хочу! Чего? Я, говорит, тоже играть хочу. Все норм у тебя, чувачок. Так, а там есть вообще мост? Я что-то бегу-бегу-бегу, а перебираться-то нам как? Тут только вплавь. Блин. Где мои лодки? Где мои байдарки? В чем я заставлю тебя платить налоги? Не думаю, что вас. Мужик, все нормально, не плати налоги. Так. Да, тут как будто бы можно перебраться. Хотя еще далеко. А мне вот сюда, блин. Ой, ты зачем женщину толкнул? Изверг. Почему у вас, блин, один мост? Такое большое расстояние приходится бежать. Зачем ты спрятался? А здесь у нас нигде нету птички, да? Чтобы быстро какое-то перемещение работало. Нету? Ну вот тут только. Ладно. Добежим, чтобы район хоть как-то открыть. Угу. Блин, а туда что, тоже вплавь? Так как вот так? Мне не нравится, что это вот так. Кафе, в кафе? Что у нас там в кафе? Опачки. Оренёк. Уникс. Нормасик. Мне всего лишь нужен был сундучок, парни. Простите, что так вышло. Седьмой сундук. Ну, плохо. Так. Вот здесь вот еще один есть. Прям поблизости. Внутри, что ли? Я ж прям его слышу. Здесь? Наверху, наверное. Ну-ка. А, он, наверное, за этой дверью, ее открывать надо. Ну, так его прям слышно. Может, там открыто? Ну-ка. А тут открыто, ё. А, нет. А видно его?
Блин, что-то не могу разглядеть. Ну, наверное, там. Живо отдавай деньги. Долги надо отдавать. Я же куда-то шла вон в ту сторону. Ладно, там пофиг мне. Долги отдавать. Не наше это дело. Так, стойка. Пополнить мне нужно расходные материалы. Во-первых. Дымовая бомба. Давай купим две. Очень хорошо они у меня расходуются. Так что тихи почему-то нет. Так, да, патроны все соберем. Хотя я, наверное, вот и зря, да, полностью забиваю, потому что я же обыскиваю и в итоге нахожу бесплатно. Призрачные клинки вот точно надо купить. А берсерк у меня полный, по-моему, да. Ну все, нормика. Закупились. Сейчас дойдем до точки своего задания. Куда-то туда. Ну, сделала, знаете, с этими головами, чтобы уже вот, ну, не висело это задание. Потому что постоянно эти точки зеленые на карте вымораживали. Всё. Ну и плюс деньжата, конечно, да? Тоже хорошо. Так. А, стойка. Угу. Где-то на крыше точка у нас. Этого особняка. Угу. Так, мы сейчас тут поверху и нормально. Как раз. Еще немного. Что? 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 А-а-а. Ну, это уже не ко мне. У вас работает полиция, насколько я поняла. Вот туда, пожалуйста, все свои жалобы. Так, я добралась. Вот и оно. Что же привлекло сюда Лафреньера? Наверх его, быстро! Латуш, сколько лет? И сюда пробрался, да? Так. Дети в особняк. Выполнена эта задача. Ну, они не должны на меня обратить внимание. Так, я сначала посмотрю, что у нас поверху. Да, стоит. Стоит голубчик. Ты потише. Не двигайся! Сюда иди! Далее. Я тебя взрываю! Что гарантись! Да как вас тут трое, что ли? Черт, тот предатель! Хватит ему плюса! Надо! Атакуем! Нет! Да я нажимаю парирование! Вы заколебали! Сейчас убьют! Ну чё ты? Наконец-то. Да парирование работать начнёшь уже. Сейчас этот выстрелит в спину. Или ты всех зарезал? Вроде жмёшь, но не, ну хрена. Чё там у нас? Два осталось. Пацаны, дайте лекарство. Парней. Ну, деньги. А где третий? А третий где? Что за? Так, на той стороне тоже парни. И они меня спалят и начнут стрелять. Поэтому мы сначала убьем их.
надо, чтобы поверху ходили. Потом вон та крыша, которая чуть ниже. Ты чё, такой зрячий? Да ладно. Так не вниз. Так. Ага. С обеих сторон. Далековато. Чё? Что-то случилось. Ты реально палишь на таком расстоянии? Ну кто ты такой? Иди отсюда. Я сюда встану. Так, мне бы подстрелить надо. Ничего себе он орёт. Ты не слышал? Там товарищ твой заорал на всю площадь. Сходи посмотри. Нет? Нет? Блин. Мастер парирования, понятно? Да все уже, хорош. Обыскать. Мне лекарства надо восполнять. Давай, отдай что-нибудь. Ну ладно, деньги тоже как будто бы даже по чуть-чуть, но все равно пригодятся. Камфора, блин. Так, где это? А, вот лекарство, наконец-то. Короче, вот на это... О, можно туда внутрь пробраться. Эх, ты трус несчастный! Вернись и сдохни! Угу. Давай обыскать, обыскать. Послышалось? Чё, кто? Здесь больше никого нет. Я думаю зайти... Ой. Их тут очень много, поэтому мне не нужно, наверное, убивать всех. Мне нужен конкретный человек. Ты медленный! Куда? Ты больной псих! Чуть на башку ему не спрыгнул. Ты вообще норм? Чувак. Тихо. Никто меня не видел, никто меня не знает. Да как? Почему ты не его тихо-то не убил? Почему? Так, там сзади еще подходит. Колокол, колокол! Ну все. Лучше бы просто встать. Не попадите в ловушку. Пристрелить сейчас. Уйди отсюда, брось бомбу. Уходим, уходим. Где, куда бежать-то? Да-да-да. Ушел. Если бы он не зазвонил, я бы их убила, и все было бы нормально. Ну, как всегда же. Не получается же нормально-то у меня. Роже напился. Блин. Я все равно тебя поймаю! Я тут! Я здесь, брат! Да зачем ты мне не нужен? Тебе 5 секунд осталось! Уа! Ва! Куда-нибудь загаситься срочно. Срочно. Во, в толпе. Во, нормально. Хорошо. Все, удрапали. Идет. Но он меня не... Блин, так ты как меня здесь-то нашел? Пошли. Господи, что происходит? Я не хочу с вами, пацаны, драться. Не надо. Зачем ты сюда-то?
Ой, жесть. У меня уже две домовухи осталось. И мало очень здоровья. Мне надо срочно потеряться. Чё, исчезновение. План пошел по одному месту. Ну их там правда много. Слишком много. Ну вот нормально, да? Так, слушай, а мне тут негде затариться, да? Ближайший аж вон тут. Поставлю себе меточку, мне в магаз надо теперь. После неудачного покушения. Спокойно. Я мимо сундука, кстати, пробежала. Ну да ладно. Очень надо в магаз. Так я их еще обыскивала, и они мне ничего не дают. Не оставляю. Да, привет. Расходные материалы, короче, мне надо. Дымовых бомб. Ну, давай вот так. Наверное. Или даже вот так. Да. Так, потом мне нужно лекарств. Вот так. Ну, все. Ну, пошли обратно. Кипиш такой у них на улице. Орут что-то все что-то говорят. А что здесь такое, кстати? Это что такое? Что за дверь? Ой, рано. Ой, поздно. Да как? Вот прям уже вот почти. А замок-то простенький, кстати. Это не то, что когда по три, по две вот шкалы. Там так быстро вообще. Жесть. Опа. Простите, сударь, что ворвались. Ой-ой-ой. А чё мы туда ради сундуков только что ли заперлись? Да? Реально? Там пацаны идут не очень хорошие. Можно среди вас постоять? Да, я участвую в разговоре. Парни уйдут. Так, ну и чё ты говоришь? Ты тут стоишь. Так еще пацаны в доме есть. Второй ходит. Я не знаю, зачем я сюда залезла. Ради сундуков, очевидно. Зачем мне это все? Кто знает? Так, подожди, а тут-то нет сундучка? Он же точно где-то тут. Вот тут, например. А, внизу. Он где-либо внизу. Ну, блинский конь. Ну, конечно. Сейчас послышал? Он начнет орать. Не ори. Последний удар. Так, есть что? Деньги есть. А сундук где-то внизу, там нужно спуститься.
Лестница должна быть. Но она где-то вот тут. Может быть, за... О, лекарство. Отлично. Или это лестница наверх. Кто знает. Тут это мне сейчас не взломать. Тут два. Вон как быстро. Да нет, конечно, я даже не знаю. Вот лестница вниз. Ага. А вот и сундучок. И все это ради него. 250. Ну ладно, такое приключение, проникновение в дом, убийство и сундучок. Жопари, да, какие-то, не говори. Так, найти тело Туша. А, второй сундук наверху. А я что, в нужном месте? Так я, может быть, не зря зашла. Подождите. Так он, может быть, вообще где-то? Вот, может быть, моя цель-то желтенькая. А? А, парень смотрит прямо на меня. Погоди-ка. Чё? Годи-ка, годи-ка. Годим, годим. А ты чё тут делаешь? Ты дурак? Или чё с тобой? Ты мне не нужен. Это, ну... Вор. Это вор, короче. Вечно бежать не Их очень много, надо сократить. Народец. Ты мой! Не-не-не! Не надо! Ай-яй-яй, следим за хупанечкой. Пацаны очень крутые, поэтому надо их. Ты заплатишь! Вот ты где! Хвосте был! Давай, давай, меси, меси его! Так, хп, следим за хп. Не напрягайся, следи. Он меня парировал! Are you serious? Меня не перебей. Да ты меня бесишь. Я не могу понять твою тактику. Все. Чё забежали? Нафиг вы вообще примечались все сюда? Сейчас я тут пообыскиваю вас. Так, отлично. Вот у этого пацана тоже что-нибудь должно быть. Я где-то видела желтенького паренька. Скорее всего, он мне и нужен. Где? О, за дверью. Скажите, пожалуйста, что... Две. Угу. Ах, у меня уже мало отмычек. Так, повезло. Вообще. Везучая, везучая. Не должно казаться смертью, сам не став преступником. Да, не убить его надо или что? А следовать? Чудовищным сочетанием невежества и деспотии. Изобрел понятие святотатства и в своем безумии взялся мстить.
За самого Бога! Но долго еще ждать? У меня и без того немало дел. Прошу, я так выслеживаю, конечно, качественно. Надеюсь, мы наконец узнаем, зачем мы все это делаем. Меня не видно. Не? План недоработан. И не будем забывать о том, что Лафреньер с удовольствием сожжет нас всех на костре. Значит, вы не слышали? О чем? Лафреньер убил пару часов назад. Ассасины. Как это вовремя? Кроме смерти, с ассасинами сколько физических и нравственных... Книг в заговор тамплиеров ничего не спросит. Сразу начнут резать. Да. Так, предсказуемо. Самые могущественные страсти, владеющих сердцем. Так смешно. Идем. Для найдем капитана, мы начнем. Это позор, угнетающее свидетельство отвращения общества. Когда законодатель волен карать множеством самых различных способов, как может он дойти до мысли о необходимости смертной казни? Он меня спалил, кстати. Он меня застрял. Ассасин застрял. А где он? О. Как думаешь, сегодня надолго? Бог не приснилось. Политикам дай волю никогда. Ну не надо. Начали. Почти что. Слишком медленно. Пойми, друг. Пацан. Мне это не в порядке. А ты? Паяй. Еще час. Может, полчаса, если постараюсь. Ни хрена себе. Сразу поставим вас. Ответь на вопрос, и все не кончится. Меч убьет. Что? Да бей ты его, господи! А он у меня так что-то залипает. Ой. Вообще. Тебе пора. Я сейчас. Жесть. Ой. Привет. Вы его слышали? Ты же меня не видишь, да? Что надо? Нет тут никого. Не-не-не-не-не. И вы выкинули его из окна? Мусору место в канаве. Зря. Кто-то мог увидеть. Кто? Мои люди следят за всем. У добрых самаритян ни шанса. Надеюсь, магистр будет недоволен, если план рухнет из-за... Что? Идите. Надеюсь. Магистр будет недоволен, если план рухнет из-за одного мертвого смерта. Преследование, топчик. Все? Найдите удачную позицию для слежки. В смысле, они закрыли за собой дверь. Как я тебе найду удачную позицию? А здесь вообще подвал. Вы правы. Король Бельгон умудрился натворить глупость. С одними строил... Что, реально? ...направленные против революции. Другим тогда заобещал поддержать конституцию. Великие дела требуют терпения, друг мой. Если несчастье Парижа позволит нам изменить мир, пусть будет так. Почему бы просто не убить его? Мой человек, нож, темный переулок. Все просто. Капитан, нам нужен осужденный, а не мученик. Терпение. Простите, великий магистр, но лично мне кажется, что чем дольше мы терпим, тем больше рискуем. Ассасины уже нашли Севера и короля нищих. А Север и король нищих уже в прошлом. Их смерть не станет для нас помехой. И мы знаем, что ассасинами можно и должно манипулировать. А дочь де ла Сера? Если она соберет старую гвардию, жди беды. Проблема решится сама собой. И как же? Мадмуазель де ла Сер направится в особняк Вуазан. Побеседовать с Лафреньером. Увы, мсье Лафреньеру больше нечего сказать. Элиза! Заманить ее хотят. Умно, магистр.
Но ведь и вы не в ладах с ассасинами. Простите, но фортуна переменчива. Верно. Притворение планов в жизнь я поручаю вам, дамы и господа. Сам же тем временем направлюсь в святилище и буду ждать. Этого довольно, капитан? Я утрою охрану. Что? Да направит вас отец понимать. Да пойдем, запремся, а потом... Так, они закончили разговор-то? Я подслушивала, что они там говорят. Уж тихо возьмем, потому что... Мне больше нечем прикрываться. Похоже, тут шпион. Найти шпиона! С чего вы взяли? И упустите его! Кто вам сказал эту глупость? Блин. А, ну ладно. Что за... Беги! Не надо цепляться за каждого. Беги, 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 беги. Улица, улица. Уходим. Все. Норм. Я инкогнито, все нормально. Надо затариться. А чё по хп... А, три. Три штуки. Ну, три нормально. А, и, кстати, тут залезть надо. У меня же нет здесь синхронизации, да? Да, область не открыта. Дайте-ка, расступитесь. О, доход у нас. Ну, он такой у нас. Смешной. Я, в принципе, могу там за 1000 улучшения купить. Остальное там все дорого. Ну, давай, давай, давай. Здесь ты можешь залезть. Не придуривайся. Знаю, что можешь. Ну. Ты давай еще упади мне. Чё он моросит-то? А как? Ну, он может же, я ведь знаю, что может. А, вот. Понятно. Это окно чуточку отличается. Прям совсем капелюшечку. Но залезть он мог только по нему. Не, ну конечно, слежка вообще угар. Он точно видел ассасина, знает, что их людей убивают ассасинка. Что? А, ладно, показалось. Несколько раз придем. Так, и чё, и чё, и чё? Я не вижу стога сена. Кто-нибудь видит стог сена? Его тут нет? Ну, я аж прям не знаю. Давай аккуратно спустимся. Вон он. Угу. Ну ладно, будем считать, что я его пожалела. Чтобы не лишний раз не расшиб спину. Слезли пониже. Хорошо. Пустите, что тут на стене приклеено? Что это такое? Просто листовочка. Так, ну вот оно появилось, быстрое перемещение. Так, сейчас смотрим. Поблизости есть сундучок. Так, а мне? Куда мне шуровать? Где задание-то? Я не вижу. А я не вижу задания. Эй. Ну ладно. Да все, можно уж, наверное, не прятаться. Еще один дурачок. Пойду сундучок заберу. Ой. Ты зашел слишком далеко, бандит.
Черт, ну уж извини. Отвалите, мне сундук нужен. Че, не попал, что ли? Мазил. Да вон просто тень какая-то. Да еще не говори. Просто вообще монстр. Исчезновение. Где-то тут. Ну да. Ага, ага, ага. Так. Давай зайдем. А вот и он. Порядок. Так, у меня есть какая-то цель. И я на нее прямо смотрю. Во, появилась. Не было же, да? Или я такая слепая? Как будто бы не было. Уж не прогрузилась, типа, я быстро закончила то задание. Поэтому это чуточку попозже загрузилось. Эй, сюда! Хе-хей! Не хе-хей, а Арну. Так. Пройдем, не привлекай внимания. Encore lui? Pas d'inquiétude, il est inoffensif. Мне внутрь. Je me sens mal. Allons, tant que nous sommes ensemble, nous n'avons pas. Ага. Только без взлома можно просто зайти. Можно. Элиза! 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 А что, она уже уехала? Черт! Где же? Вуазен? Проклятие! А где это? Найдите Элизу. Пойдем. Разошлись. Народу у них вообще очень много на улицах. Не припомню еще такого ассасина, чтобы столько народу было. Ой-ой-ой. Кого убить? Чего? Что ты тут делаешь? Потом! Нет! Да мне скрыться надо, подождите. А как? Почему? Папа! Да я тебя не вижу, где ты? Думаешь? Так. Нормально, нормально. Так, а чё, Лизу мочат в этот момент? Так вы чё, угораетесь? Пацаны! Пацаны, вы чё, блин? Женщину обижайте. Что вы за мрази такие? Лиза, ты живая? Она его убила? Это была моя цель. О, лекарство, да. В чем дело? Где Лафреньер? Убит. Что? Бежим, все потом! Побежали! Убит! Не надо! А, у Элизы это нормально. Тут мы не пройдем. Опашечка. За дело? Ну да. Себе не спастись! Сейчас ты помучишься! Да не надо! Ай! Ай! Помоги! А!
Так, готово. Что там у тебя? Остановить ревак! Хорошо. Фух. В чем дело? Я что-то не знаю, куда идти. Залезу наверх и гляну. Куда? А где верх? На любой? На какой верх-то? На этот? Не знаю, на куда идти, блин. Где? Еще выше? Где цель-то? Куда идти? А, сейчас скажу. Я должна найти выход отсюда. Там пацаны стоят. Так, тут закрыто, закрыто, закрыто. Где? А, вон туда идти. Вон, смотри. Тут еще и дверь. Есть идеи? Или мы отсюда зашли? Ну, там вроде вот же выход из лабиринта. А-а-а, тут перекрыто. Получается, нам нужно выйти так, 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 так. И там закрыто. А, и вот так. А потом признайся, открыть дверь. Ты заблудился. Ловите! Ну тут три. Нам не открыть. Да мне не открыть эту дверь, ты что, шутишь? Не. Куда? Недостаточно высок для вскрытия этих замков я. То есть все. Или мы туда с тобой зашли? А, да. Есть идеи? Ну, пошли. Есть идеи. Далеко не ушли. Куда-нибудь да выйдем. Пацаки. Есть идеи? Да ты будешь меня постоянно это долбать этой темой. Есть идея, есть идея. Ой. Найти их! Перевалить хотя бы их. Такая вот идея тебе подходит. Признайся, ты заблудился. Не признаюсь. Я деньги зарабатываю, женщина. Дымовые бомбы собираю, видишь? Я молодец. Как мы выберемся? Ну я-то могу выбраться, запрыгнуть куда-нибудь. Залезть на дом, например. Не дать ему уйти! О, привет, пацаны. Как мы выберемся? Ну как-нибудь выберемся. Я уже чувствую, что мы выбираемся практически. Нас не остановить! Ты чё это делаешь? Машет не... А что? Получай, конечно. Вот это вы правильно, сударь. Вы правы. Подождите. Если их здесь так много, значит мы на верном пути. Ох, их набежало-то. Вы что, парни? Ты заблудился. Да как он? Ты какой? Мощный. Ты живая? Куда? Она все, она почти все. Ты можешь отойти, я сама его добью. Тебя почти убили, посмотри, какая заруба. Признайся, жестко. Ты заблудился. Я тебя сейчас сама добью. Ты не перестанешь.
Мне похилиться надо. Вот, лекарства я нашла. Отлично. Сколько их было? Штук 10. О, воткнулся. Признайся, ты заблудился. А если их так много, значит мы правильно идем. Лиза. Там сверху нереально было запомнить, как выйти отсюда. Они же откуда-то набежали такой кучей. Есть идеи? Угу. А мы там были. Там уже чей-то меч валяется. Мы вышли с тобой, знаешь, куда? Вот к той башне обратно. По-моему, да. А я могу вот тут подняться. Ты можешь? Как мы выберемся? Не могу? Хм. А я думала, я могу. Че, опять залезть посмотреть? Как мы выберемся? Вот ты бы не говорила постоянно мне под руку, может быть, и бы выбрались. Нам нужно, короче, попасть вон туда, я так понимаю, да? Оттуда всего один проход. Вот так, вот так. Вон там, где пацаны стоят еще, да? Так. Куда так, идти? Так. 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 Сюда идти. Отсюда идти. Мимо вот этих пацанов. Так. Потом идти вот туда. Как мы выберемся? Потом туда. Потом. Получается. Подожди, в центр. Так. Потом сюда. Потом. Проклятие! Опять тупик! Тут ничего не видно. Ну и как выбираться? Они должны быть где-то тут. Вон там! А, нет! Это Клод! Подожди. Нужно взять себе за ориентир вот эту башню и смотреть по отношению к ней, как мы идем. Не знаю, тут как будто бы заходишь и все. И все перестроилось. Ой, пацаны. Не надо, не надо, не морси, не морси. Их опять много, что ли? Ее сейчас убьют. Нет! Ты сдохнешь! Не надо! Куда идти? Не подходи ты сюда пока! Да почему у вас вечно так много? А чё такое-то? Вот он! А, валите отсюда! Помогите! Куда? Да убей меня, лучше убей! Потому что какая-то стрёмная тема. Когда смотришь сверху, их не так много. Когда спускаешься, откуда их набегает такая куча? Не должно же быть такого. Впереди двое. Ты бери этого, я его дружка. А чё мы где? Что теперь? Их слишком много, не проскользнём. Уберем их всех вдвоем. Главное тихо. Чего? А как мы вообще здесь оказались? Кажется, это все. Готово. Но впереди большая группа. Чё, почему так-то? А что с лабиринтом? А почему мы здесь? Здесь не проходила девушка? Нет, простите. Ты лишь побег!
Нормально, нормально. Стой! Стрелки! Вижу их. Может, да ты тропанул. Может, видно лучше? Ой, господи, женщина, что ты мне предлагаешь? Убить его? Я не вижу из-за твоей башки ничего. А чё он? Он только ранен, что ли, оказался? Сейчас. Да куда ты, господи? Ты можешь спрыгнуть? Да... Обезьяна. Спасибо. Чё ещё? Где? Где? Как прицелиться-то? Вот так! Пусть помучается! Стрелка надо убрать же. Мы тебя зарежем! Быстрее! Ты покойный! Да... Где она? Что за приключения с тобой, похоже, Лиза? Последние. Я ничего не понимаю. Надо уходить. Спасибо. Почему мы встряли так жестко? И как мы выбрались из лабиринта? Я ничего не понимаю. Меня убили там. Далеко они не ушли. Найти их! Беги. Я отвлеку их. Беги. Завтра кафе-театр. Я все объясню. Чокнутый. Я приду. Я могу опоздать. Ну, нам, может быть, просто покинуть это место? О, так вот он! Чё, вдруг чё? Теперь ты мой. Просто станьте инкогнитом. Не надо никого убивать. Будьте внимательны, вы стреляйте в толпу. Ой. Я похиливаюсь, все нормально. Как бы тебя убить? Не надо? Медленно, это точно. Медленно. Ай! Не убежишь. В жопу не стреляйте. Прочь! Ай! Здесь женщина. Черт! Куда он делся? Шапу. А теперь виси. Они должны были потерять меня. Он, по крайней мере, перестать стрелять. Чего? Чего? Что? С игрой происходит? Ага, я еще что-то тут... Каких-то шмоток на разблокировал. Что ты тут делаешь? Умывается, кажется. Что у нас? Патронов нет, хилок нет. Ну, допустим, один патрон есть. Ладно. Загадная скрыться. Умри, дышать! Так, чё, сэр? Вы в порядке? Дай мне хилок, дай мне патронов, все дай. Ну, думаю, вы бомбы тоже нормально. Ладно, окей. Еле ноги унесли. Что произошло? Ничего не понимаю. Так, мне далеко ли? Я, наверное, далеко, да. Я могу сюда переместиться, пожалуй. Кафе-театр, вот, быстрое перемещение. Так, я на базе. Нам бы собрать, наверное, деньжатки наши, да? День будет хлопотным. Хлопотным, хлопотным. Я за деньгами, если что.
Постарались. Лиза. У народу тут столько. Ты весь в делах? Выслеживаю убийцу твоего отца, да. Удачи. Он убил почти всех моих союзников, а остальных запугал до полусмерти. Он неуловим, как будто призрак. Я его видел. Что? Да? Где его найти? Не уверен, что надо. Он убьет тебя, Элиза. И? Хочешь защитить? Я хочу помочь. У братства есть средства, люди. Это дурацкая шутка. Я не доверяю ассасинам. А мне? Я не изменился, Элиза. Помнишь, как я отвлекал повара, пока ты крала варенье? И это я помог тебе перелезть через стену в саду, полным собак. Хорошо. Отведи меня в братство. Я их выслушаю. Они будут счастливы. Это что? Чёртов тамплиер. Что он творит? Да ну. Да-да, безопасность для них самое главное. Два раза направо, 73 шага вниз по лестнице, налево и направо. Ну, все верно? Посчитал. Ты что опять учудил, щенок? За ней охотятся тамплиеры. И теперь она тут? У братства есть средства. Люди. Замолчи! Так. Кто у нас? Арно, тут? Всего хорошего. Меня зовут. Боже ты мой. Снимите повязку. Какой абсурд. Я Элиза де Лассер. Мой отец Франсуа де Лассер. Великий магистр тамплиеров. Я пришла просить помощи. Так-так. Мирабо? Будем снова продолжать этот бессмысленный спор? Будем, если нужно, мастер Кимар. Если вы не видите выгоды в том, чтобы дочь Тела Сэры была у нас в долгу, мне страшно за нас всех. Итак, мадемуазель Тела Сэра. Ну, началось. В другой ситуации я бы не стала встречаться с вами. Но мой отец мертв, как и мои союзники в Ордене. Если надо объединиться с ассасинами, чтобы отомстить, пускай. Как бы не так. Это трюк, чтобы пустить пыль в глаза. Отправим им ее голову, чтобы не наглели. Белек. Довольно. Дискуссию продолжим за закрытыми дверями. Извините, мадемуазель де Лассер. Конечно. Арно, проводи девушку. Уверен, вам есть о чем поговорить. Да, мне все согласны. Все прошло так, как я и ожидала. Подожди. Угу. Мирабо их уговорит. Думаешь, мы найдем его? Как же? Столько времени прошло. Рано или поздно найдем. Я ничего вам не скажу. Франсуа Жермен. Отвечай мне, или прольется кровь. Франсуа Жермен? Да. Где он? Улица Сент-Антуана. А что? Что? Ты чё? Эй! Драпанула. Нифига ты спринтер.
куда бежим-то? Подожди. Куда это ты? А я тебя обогнала. Да, да. Там можно не молчать? Постой! Да что за женщина? Что ты делаешь? Несется от тебя и молчит. Толкает еще прохожих. Эй ты, нужно поговорить. На чьей стороне? Подожди! Почему вы хотите? За кого сражаешься? Я вас даже не знаю. Не распускайте. Мы уже весь Париж пробежали. Может, хватит? Что это было? Арно. Франсуа Жермен был помощником моего отца. Что? Его изгнали из Ордена еще давно. Ересь или что-то касающееся Жака де Мале, я не уверена. Но Жермен умер. Давным-давно. А сам-то он в курсе? Я бы хотела задать ему пару вопросов. И я тоже. Только без оружия. Идите в персонализацию, говорит. Ничего. Наверх. Там его мастерская. Пошли. Угу. Оттолкну ее. А может, это другой Жермен? Высокий, седой, глаза разного цвета. Ну ладно, согласен, тот же самый. Идешь? Исследуйте мастерскую, мне сказали. Похоже, никого. Элиза. Дай угадаю. Ловушка? Там мужик. Ловушка. Да? Да. И сюда идет мужик. Умеренные. Смотрите, кто тут у нас? Кто тут у нас? Так, очки кредо. Почему тебя вечно убивают? Весьма бодрит. Прямо как в Марселе. Только крови чуть больше. Ничего нет. Он знал, что его ложь раскроют. И снова ускользнул. Или нет? Ищем. Эта дверь только что вся была в крови. Замок. Может быть. Или так. Теперь понятно, почему сюда меня не водили. Арно. Вот. Это он. Это он убил моего отца. Надо сказать Мирабо. Как только... Я разберусь. Встретимся у дома Мирабо. Убейте стрелков. Не-не-не-не, это уже следующая серия. Хватит, мы сегодня без конца в этой серии только и делаем, что кого-то мочим. Спасибо, ребята, вам за просмотр. Надеюсь, вам серия понравилась. И встретимся в продолжении. Пока-пока.